В Махачкале 9:45, в студии Бедерниса Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Новости. Сегодня в Сочи стартует российский инвестфорум. Он проводится при участии председателя правительства Дмитрия Медведева. Мероприятие является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В форуме принимают участие практически все регионы страны и крупнейшие российские компании, что позволяет вести прямой диалог бизнеса и власти. Владимир Васильев встретился с президентом Общероссийской общественной организации Федерация спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили и вице-президентом Международной федерации Объединенный мир борьбы Европа Георгием Брюсовым. В преддверии чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в Каспийске в апреле-мае этого года, участники встречи обсудили ход подготовки к спортивному мероприятию. Сегодня день памяти воинов-интернационалистов в России. В этот день, в 1989 году, последние советские войска покинули Афганистан. Так закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. Председатель Народного собрания Хизри Шахсаидов принял участие в республиканском празднике русской культуры Масленица в Махачкале. На площадке перед Русским театром была организована блинная ярмарка. Депутаты Дагестанского парламента посетили поликлинику номер 6 города Махачкалы. Они осмотрели помещение поликлиники, пообщались с медперсоналом и пациентами. Министерство по делам молодежи Дагестана с 16 по 18 февраля организует республиканскую акцию «Дни добрых дел». В городах и селах республики будут проведены различные мероприятия социальной направленности. Образовательный квест, посвященный третьему региональному дагестанскому чемпионату «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», пройдет в Махачкале с 27 февраля по 2 марта. Новости культуры. Больше 1000 книг подарили дагестанцы Национальной библиотеке в рамках акции «Дарите книги с любовью». Вторая общероссийская акция была приурочена к Международному дню книгодарения. Вести спорт. В Москве экс-чемпион мира в тяжелом весе, дагестанский боксер-профессионал Султан Ибрагимов отмечен статуэткой, дипломом и ежегодной национальной премией «Звезда бокса». Погода. В Махачкале без осадков, ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, температура воздуха 4-6 тепла.